Улучшение условий в районных школах и фельдшерско-акушерских пунктах снова в центре внимания региональной власти. Этап реализации программы обсудили на аппаратном совещании. В 2017 году планируется обеспечить отапливаемыми санитарно-бытовыми помещениями 13 образовательных учреждений. Как пояснил Денис Блохин, общая стоимость объектов – 16 миллионов 224 тысячи рублей. Экономия составит 4 миллиона 828 тысяч рублей. Под имеющуюся экономию уже готовы 4 проекта на сумму 2 миллиона 851 тысяча. Это две школы Крамского района, Хатынецкая школа Хатынецкого района и Дубовская школа Новодеревенского района. Оставшиеся средства будут распределены на объекты Орловского, Ливенского, Свердловского районов. Торги намечены на 12 августа.